дети поют. Друзья, друзья, всем привет. Итак, я вернулся и хотел заснять небольшой еще один летсплей. Так, сегодня будем играть в Angry Birds Star Wars. Что же у нас тут имеется, значит? Так, нам нужно разрушить эту свинью. Так, пробуем. Ну вот видите, с первого попытки все получилось у нас. Оказалось бы, тут аж 4 птички нам злобили. Так. Бац, бац, бац. 3 звезды. Круто. Ну, замечательно, что я могу сказать. Так. Так, ага, дальше. Поехали. Так. У нас сейчас 2 свиньи, 4 птицы. Как же нам попасть сюда? Так, если я попаду сюда, она как раз на бок накернится и убьет вот эту свинью. Ну давай, 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 давай. Опа! Смотри, 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 баба. Вот. Профи. Все оказалось проще, чем нам давали задание. Так, ну хорошо. 3 звезды опять. Ура! Хач скорая. Угу. Так, давайте подумаем. Нам нужно попасть сюда, а вот эта вот штуковина может не даст это сделать, чтобы развалить полностью всю конструкцию. Ага. Вот, в принципе, если она полетит, как раз, смотри. Ой, нет, 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 давай, 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 давай. А елки-палки. Вот так вот надо бить. Поехала. Тыщ. Давай, 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 давай. Та свинья готова. Угу. Я первую попытку вот не совсем удачную, конечно, сделал. И сейчас, скорее всего, тоже неудачно. А нет, все. Ну, на 3 звезды уже никак не тянет. Так. Ну, следующий уровень должен быть еще сложнее. Ну что ж. Пробуем, пробуем, пробуем. Такие у нас вот интересные дома. Берем, прицеливаемся и стреляем. Вот, скорее всего, вот так вот. На. Так, ну одну уже уничтожили, в принципе, неплохо. Можно ударить прямо туда же, вот прям по этой же траектории, даже чуть повыше взять, вот так вот. Ну, 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 тыщ. Опа, давай, 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 давай. Вот и все. Ну, как минимум 2 звезды я заслужил. 2 звезды точно должно быть. Ну. Так. Угу. Так, а что дальше-то? Че висим? Че висим? А, ну все. Опять что, ступил. Ну ладно, бери, нормально. Давай, как? Че это за кнопка? А, это мультик у нас какой-то новый, нифига. Новый у нас герой появился. На! Ну клево. Так. А тут уже интересно. Можно, 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 можно динамит взорвать. Так, вот так вот чуть-чуть. Как раз нормально будет. Давай, 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 давай. Оба. И чё? И чё, ты ничего не сделал, что ли? Ай-яй-яй. Ну-ка, 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 ну-ка. А, вот. Понятно. Все ясно. Вот что значит не смотреть мультики эти. Так, он упал туда. Ну, можно, в принципе, так же. Он рядом прилетит. Сейчас. Бах. Все. Yes. Прошли. Все, я разобрался. Я понял, как это делается.
Так, что такое тут? Отлично, отлично, мы прошли этот уровень. Давай следующий. Так. О, нифига. Тут еще эти стреляют в древе или как их. На! Блин. Ну смотри, я двух уничтожил, остался последний. Он в принципе не стреляет, но его можно добить. Давай, 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 давай. Ну, яблочко. Хотя я чуть не подумал, можно было, наверное, башню вот так вот столкнуть. Ну, ну две звезды неплохо. Так, смотрим. Так, тут у нас обычная птица и две таких. Как нам лучше всю эту конструкцию? Обычная птица, мы можем заловить вот эту. Вот прям сюда долбануть. Давай, ехал! Ну, давай, 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 давай. О, ну, все, супер. Сейчас, значит, вот сюда вот попадем. И должно все сработать. Сейчас, 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 вот так вот. Опа, давай, полетел. Давай, о, давай, 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 падай, 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 падай. Все, короче, все по плану. Так, значит, и получилось. Нормально. Все нормально, так. Раз, одна звезда, одна птица осталась, конечно же. Ну, когда уже эта планета у нас закончится? Так, тут уже посложнее. Здесь можно взорвать динамит. Вот. И вся эта конструкция обрушится на птиц. И, возможно, еще там другой динамит взорвется. Ну что, попробуем? Попробуем. Давай. Короче, летим на динамит. Бам! Опа! Опа! Блин, не получилось взорвать динамит. Я, похоже, могу и проиграть здесь. Повыше, значит, берем. Давай, 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 давай. Бах. Ну. О, динамит-то не взорвался. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Я могу и проиграть. Так, тогда этого столкнем на того. Вот так вот. Все. Можно было, конечно, это все сделать, наверное, интереснее. Задумка не совсем осуществилась. Так, у нас мультик. Ага. Птица с джедайским мечом. И что она делает у нас? Она ударяет мечом. Яху! Чжу. Все, то есть пробивает защиту и устраняет цель. Отлично. Так, 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 думай, думай. Так, если стрельнуть вот так вот, нет, так, наверное, не получится. Ну, давай попробуем. Оу, ой, куда-то я не туда совсем пролетел. Ой-ой-ой-ой, что-то я не то сделал, конечно. Надо было вот просто вот так вот прям. Ба! И все. Это сразу надо было так делать. Сразу, сразу, сразу. Блин, там динамит еще. Но пока шансы есть победить этих... Этих звездных. На! О! Ну вот. Можно было сделать все гораздо быстрее. Что же, я вообще первый раз играю в эту игру. Поэтому... Такой у меня результат. Так, значит, нам нужно пробить вот эту вот стену и взорвать динамит. Так. Опа! Ну, 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 да ты чё, блин?
Давай, 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 свинья. Свинья, так. Короче, шанс еще пока есть. Повыше надо брать. Вот так вот. Повыше, повыше, повыше. Да. Ну, куски-то поломают ту конструкцию. Нет. Ах, я еще могу проиграть. Все. Все-таки мы выиграли. Без паники. Все получилось у нас. Четыре птички. Угу. Так, можно поломать вот эту конструкцию, заодно сразу убить вот этого стреляющего свиномота. Давай, 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 давай. Так, в принципе, все по плану. Так, дальше. Дальше, дальше. Нужно, если мы пробьем вот эту стену, все завалится, и остальные свиньи тоже погибнут, и у меня еще останется две птицы. Давай, давай. Давай! Опа! Вот так вот. Давай, давай, давай. Падай, 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 падай. Так, ну в принципе это уже, наверное, несложно будет уничтожить. Сейчас даже попробуем. Вот так траекторию главное выбрать нормально. Давай, 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 давай. Ну, все. Все получилось. Главное правильно выбрать траекторию. Отлично. Так, что же нам, какой сюрприз следующий уровень покажет. Так, мы уже знаем, как эти птицы бьют. Так, как же лучше будет сделать? Как же лучше, если мы толкнем эту конструкцию сюда, на этого, он может еще порушить ту конструкцию. Ну что, пробуем? Мне кажется, будет лучше сделать вот так вот. На! О, да ну нафиг, да ну, давай, 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 давай. Оу. Вот. Мы самые лучшие разрушители. Просто. Ладно. Так, короче, посложнее. Ну, в принципе. О, там еще какое-то яйцо. Ну-ка, ну-ка. Ладно. Сейчас, если все получится, если мы ударим сюда. Так. Так вот. Так. Нет. Нет. Да вы что, сволочи? Может, то яйцо надо убить? Бам! Ну что ж такое-то? Давай, 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 птица! Нет! Нет, 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 нет! О, нифига! Осталась одна свинья. Короче, я что-то неправильно сделал, я понял. Сейчас сделаем. Давай, переиграем. А я понял уже, что ты. Что-то я понял, все, нет. Давай, 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 давай. Так, а эти что, живые что ли остались? Угу. Ну, теоретически, можно вот эту шляпу столкнуть на них, попробуем. Бах, и все они помрут. Вот надо было, наверное, так и делать. А теперь как вот в этого засранца попасть? А-а-а, давай, давай, давай! Yes! Ну вот яйцо я что-то не догнал. Может, там как-то на бластере надо было оттолкнуться и на него попасть. Далее тут у нас интересная тоже конструкция. Ну, в принципе, можно вот это вот камни столкнуть на вот этих свиней. В принципе, что мы сделаем?
Лети. Они, видите, как бомбы еще могут быть использованы. Осталась последняя свинья. Как ее достать? Вот это уже вопрос. Надо как-то взорвать динамит. Если мы просто туда полетим. Ну, сейчас попробуем. Попробуем. Нет. Нет, не вышло. Надо как-то по-другому. Ну-ка. Опа. Опа. Вот через стенку он, оказывается, тоже пробивает. Через вот эти холмы. Я не знал. Какая интересная игра. Я никогда раньше в Angry Birds не играл. Конечно, я отстал, но... Так, смотри, тут какая-то, короче, еще кнопка есть. Можно попасть сюда, свиньи упадут наверх, завалят всю конструкцию. Но можно делать по-другому. Ну, попробуем. Ну, а что дальше-то? Давай, на кнопку. Блин. Если я на кнопку туда попаду, то, скорее всего, колесо это съедет. Так. О, да ты что? Тупой. О, давай. Он сейчас стрелит, смотри. А что сама свинья-то? Давай. Да ну. Надо было сразу на эту кнопку попадать. Теперь будет сложно. Тыщ. Ах-ха-ха-ха-ха. Опять все будет смеяться. Короче. Надо все-таки пролетать там. И по возможности попадать на кнопку. Давай, катись. Что-то не докатилось. А? Может, можно как-то было потом на кнопку нажать. Ну, попробуем так вот. На! А что же ты туда? Я, по-моему, сейчас еще хуже пройду, чем это. Ай-я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 й. Ну-ка, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты стоишь? Ах, ты ебаный сатэ. Что-то я застрял на этом уровне, блин, дурацко. Сейчас вот так вот. На, давай. Все, бан. Ну, птица. Давай. Сейчас. Давай, дави ее. Да ты что, блин, она сейчас лопнет. Дави ее. Ах, ты же сранец. Бам. Да вот как тебя теперь победить? Вот это вопрос. Там свинья уже что-то... Ах ты, блин. Так, ладно. Я примерно уже понял. Надо пролетать вот здесь, чтобы сразу... На! Падать туда. Сейчас мы его... Ой, давай. И птицу нашел. Сейчас он разгонится. Сейчас он, смотри, оттолкнется. Смотри. Давай. О, нифига. Он сам почти всех уничтожил. Все. Ну вот, можно было пройти. Очень просто. Прикольный уровень. О, круто, тут динамит летающий. Если я
Полечу сюда, ударю по этой палке, динамит может вообще улететь куда-нибудь. Ну давай попробуем. Давай, 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 давай. Давай, тыщ, тыщ. Все. Теперь, значит, мы толкнем сюда вот эту конструкцию, и она всех зажмет. Вот так вот сделаем. В принципе, несложно. Бам! То есть просто ее покосило все, все. Хорошая птичка. Невеличка. Нормально. Так. Ура! Так, значит, так, 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 так. Давай дальше. О, что-то нам еще появилось. Смотри, какая огромная птица. Там какой-то монстр. Себя. А, то есть он лазером будет. Его можно будет бить. Что ты делаешь? Так, дальше. О, нормально. Так, тут у нас проблема, потому что вот здесь вот за холмом находится, туда просто так не попасть. Поэтому нужно будет их лазером всех стрелять. Интересно, он лазером только в одного может стрелять. Так, было бы здорово вот так вот сделать. О! Да ну! Да ну! Нифига! Ну и все, что проблема-то, осталось одного убить. Давай. Все. Ну, с малыми потерями прошли. Еще одна птица осталась. Замечательно. Смотрим дальше. Смотрим, смотрим. Ага, у нас интересная конструкция. Короче, тут нужно сделать так, чтобы взорвался динамит. То есть пробить вот тут какую-то дырку. Но с первого раза не получится. Если начну стрелять, все это упадет наверх. Ну, можно попробовать. Какая разница. Сейчас он будет лететь. Нифига ты не пробил. Так. Я, наверное, поторопился. Ну хотя, с другой стороны, вот сейчас вот эту свинью попробуем. Давай, давай, давай. До динамита чуть-чуть осталось. В принципе, и одна свинья осталась. Ее можно там. Ее зажмем, сейчас она треснет. Все. Ха-ха. Вот. Отлично. Отлично. Так, оба. Оба, 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 оба. Я думаю, я первый раз играю, что это отражающая какая-то поверхность. То есть, если мы сюда полетим, будем стрелять, все лазера будут отражаться. Так, если я стреляю сюда, он отразится сюда и отразится сюда. Ну что, пробуем. Хотя я его не видел. Говорил. Блин, а она еще если разрушится. Она убила только того. Надо тогда сейчас сюда пониже стрелять. Все. Можно было всех так убить. Я ж не знал. Ну ладно. Для первого раза сойдет, ничего страшного. Мастерство свое отточим. Так, это у нас с мечом. А, тут вообще интересная штука. Если вот это все пробить, то вот это все, вот эти вот катки, они просто поедут. Можно тупо, ну вот даже вот сюда вот прицелиться, чтобы завалить эту конструкцию. Она очень хрупкая. На! Сейчас, 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 сейчас. Вот тут завал такой вообще конкретный. Так, лазером, конечно, будет сложно. Хотя возможно сюда попасть.
и разбить вот это вот все. Но я попробую, надо просто успеть. Давай, 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 давай! Поехали, 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 поехали. Давай, динамит взорвался, все, понесла цепная реакция. Обалдеть. Ну вот, все можно просчитать. Круто. Ого. Что там у нас? Угу. Ну, что я могу сказать? Можно вот этот блок прострелить, и все вот эти камни упадут на этих свиней. И будет большой-большой взрыв. Сейчас попробуем. Давай, 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 давай. Давай, 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 пищ, 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 пищ. Ах ты, елки-палки. Не совсем, конечно, получилось все, как я хотел. Так. Ну, давай полетели туда пока. Здесь надо вот с этого края стрелять. У нас осталась одна свинья, которую надо пробить. Да, в принципе, меч он разрезать и так можно. Давай, давай, птица, давай. Сейчас тебя туда же направим, и ты достанешь до этой свиньи. Все. Ну, к сожалению, без звезд. Возможно, возможно, можно было сделать как-то быстрее. Возможно. Хач скорая. Вот такие с вилками, они страшные сидят тут. Как тут проще всего сделать? Ну, во всяком случае, я думаю, тут нужно... Птица это далеко не долетит до сюда. Нужно долететь до динамита и постараться его взорвать, чтобы все камни отлетели в стороны. Вот как-то вот так вот сейчас попробуем. Соответственно, берем чуть-чуть повыше. Бах! Вот-вот как-то так. Теперь смотри, у нас остается еще три птицы. Стреляем вот в эту проволоку, чтобы конструкция упала. Соответственно, сразу две птицы одновременно умрут. Ой, две птицы, говорю, две свиньи. Давай, 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 давай. Туда, 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 туда. Так, вот, елки-палки. Я думал, она тоже там скочурится. Ну ладно, осталось совсем немного, можно просто в эту стрелять. А как же так? Как же так? Как же так? Я неправильно рассчитал. Неправильно прицелился. Ну ладно, все. Мы прошли этот уровень. Хотя, опять же, без звезд. Окей. Угу. Так. Стоят палки, значит. Ломаем вот эти палки, стреляя сюда. Конструкция может и не упасть, но нам лишь бы подорвать динамит. Взрываем динамит. А хотя, смотри, если я полечу сюда, стрельну в это пространство, динамит он автоматом взорвется. Так, скорее всего, будет правильнее. Пока я там буду пролетать. Давай, 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 давай. О, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот. Вот так вот. Вот так вот. Правильно будет. Вот, круто, все рассчитано было. Бам, бам. А как три звезды получить? Ах. Так, кстати, хотел посмотреть, сколько там еще уровней-то осталось. Это у нас 20 какой-то уровень. Вот. Мы уже до сюда прошли. Так, так, это у нас планет, 24 уровень, да, правильно? А тут что мы будем делать?
Есть несколько вариантов. Плюс тут отражающие поверхности, есть динамит. Можно полететь в эти камни, прострелить здесь, чтобы катушка скатилась, удариться самому об этот камень, и все пойдет, короче, завал. Попробуем сейчас. Бамс! Вот так вот сделать, вот так вот. Бамс! Ну! Давай, 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 давай! Бамс! Бамс! Ну, не совсем то, что я хотел, но... Ну, давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Ну, трушиться-то будешь, нет? Как лучше-то сейчас? В идеале, конечно, он тот динамит достать. Ну, ладно. Нам нужно стрелять, лететь туда, он стрелять по той отражающей поверхности. Ага. А что толку, как говорится, да? Ну, попробуем два варианта еще простых. Опять же, лететь вон туда, стрелять вниз. Бамс! Да все, мы победили. Ура! Мы победили. Ну ладно, друзья, была такая небольшая разминка, такой небольшой летсплей. Решил попробовать себя в игре Angry Birds Star Wars. Есть еще Star Wars 2 и прочее, прочее. Сегодня я никуда не делся, просто снял летсплей. В общем, посмотрели, поигрались. Будем делать новое видео. Всем до встречи, всем пока. Ставим пальцы вверх, подписываемся.